Всем привет! Сегодня мы рассмотрим крупным планом альбом польской команды Vader. Альбом называется Welcome to Morbid Rage и был выпущен в 2011 году германским лейблом Nuclear Blast в виде лимитированного дигипака. Отличие то, что альбом содержит два дополнительных бонус-трека. Это кавер-версии. Несмотря на название Welcome to Morbid Rage, с демо данный альбом не имеет никакого сходства. Это добротный, я бы сказал, олдскульный death metal с вкраплениями трэш-металла. То есть именно то, за что мы любим команду Vader. Обложку альбома оформлял тот же самый человек, что и оформлял таким командам, как Vatain, Paradise Lost и Apsu. Открываем. Видим дигипак, диск и буклет. Здесь еще рекламка от Nuclear Blast с продукцией. Буклет выполнен в форме постера. С одной стороны это тексты песен, с другой стороны это наше мрачное царство. Эксклюзивность данному изданию добавляют автографы, полученные лично во время автограф-сессии. На этом рассмотрение крупным планом завершено. С вами был Галиуллин Александр. Слушайте музыку на качественных носителях. Всем пока!